О спорте. Турнир по волейболу среди женских команд прошел в Каннском педагогическом колледже. Соревнования проводят каждый год осенью в преддверии Дня учителя. И они носят открытый характер. В этом году за переходящий кубок боролись 8 команд, 5 из которых студенческие. Одна – гости из Дзержинска. А также представительницы ДЮСШ имени Мочалова и сборная выпускниц педагогического колледжа. Девушкам, чтобы выйти в финал, нужно было провести по одной игре с каждой из соперниц и занять лидирующую позицию в своей подгруппе. Подгрупп было 2, играли 2 дня. Встречи состояли из 2, а в случае равенства 3 партий. В результате первые и вторые места в своих подгруппах заняли ДЮСШ и медицинский техникум, педагогический колледж и выпускники. Они разыграли призовые места. В финале выпускники выиграли у сборной медицинского техникума, а в борьбе за 3-е место сборная педагогического обыграла представителей ДЮСШ. Результат таков. 1-е место у выпускников педагогического колледжа. 2-е место у игроков медицинского техникума. 3-е место заняла команда педагогического колледжа. В течение всего года мы не встречаемся ни разу. Бывают очень такие мгновения: привет, привет, как дела, и побежали. А здесь мы в течение всего дня общаемся, спрашиваем друг друга, кто где занимается чем. Поэтому для нас только вот самое главное – это собраться вместе. Следует отметить, что данные соревнования проводятся более 10 лет. Неоднократно их победителями становились спортсменки из Дзержинского. Последние 2 года фаворитами является команда, которая не имеет своей тренировочной базы и встречается вместе 1 раз в год. Это как раз тот случай, когда родные стены помогают.